Я же сказал вам угомониться. Хочешь, чтобы я полицию вызвал? Он сам из полиции, чувак. Сюда. Если мой брат выбьет 3 страйка подряд, ты угостишь нас выпивкой. Если нет, мы уйдем. Мы забыли сказать тебе, он очень крут. Кинокомпания Lionsgate. Если бы ты уходила на войну, я бы точно сделал что-нибудь патриотичное. Купил бы тебе пиво, пригласил бы в гости. Я не понимаю, как мы расстались? Ты такой очаровашка. У меня есть бизнес-план по закусочным на колесах. Что ты знаешь о бизнесе? Я вообще-то книжки читаю, не как те журналы об оружии. Кавахан. Что? Рассказывай. Расшиб голову Бена Дейля, писсуар. Бегство с места. Я найду его. Посмотри на меня! Посмотри на меня! Ты не заслужил такой приговор. Я не заслужил 25 лет за то, что защищался. Прости, Кэл, у нас связаны руки. Мы все думаем, что приговор несправедлив. Прости, я не знал, как быть тебе отцом. Я хотел не чтобы ты был отцом, я хотел, чтобы ты был братом. Я освобожу его. Кэл, что ты такое говоришь? От вас мне ничего не нужно, парни. Я хотел, чтобы вы знали. Джай Корти, Нед Волф, Финн Уитрок и другие. Поговори с ним, тебя он послушает. У меня получится. Они беспокоятся о тебе. Ты вернешь его мне. Мы так не поступаем. Именно так мы и поступаем. Он выбыл. О чем ты? Как выбыл? Мы справимся. План тот же. Что происходит? Это безумие. Не работает, чувак. Ваши поймают. Нет, нет, нет! Нет! Всегда верен.